Всем привет, меня зовут Кристина, и вы на моем творческом канале. Сегодня я хочу посвятить это видео обзору своих вязальных различных инструментов и спиц, и крючков. Точно так же хочу посвятить различным приспособлениям для вязания и аксессуарам. У меня их достаточно много, я уже провела некоторым новым своим инструментом тест-драйв, поняла их плюсы и минусы, и хочу с вами поделиться. Поэтому добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра. Сначала хочу показать, где у меня все хранится, мои инструменты. Все хранится вот в этой тумбочке. Я недавно приобрела тумбочку на колесиках. Тут мои ткани для проектных сумок, которые я планирую шить. Так, сейчас мне будет достаточно проблематично открыть. Вот. В моем первом ящике хранится вот такой вот органайзер с фикс-прайса. В нем хранятся крючки. Сейчас поближе их посмотрим. Ну и всякие такие интересные вещи. И во втором ящике... А, не убегай. У меня хранится несколько моточков носочной пряжи. И все мои запасы спиц. Какие-то новые купила по комплекту, по одному. Любимые Чиагу, уже так быстро полюбившиеся Книт Про. И заглянем вот в эту коробочку. Самые первые мои спицы хранятся вот в этом органайзере. Я почти не использую его. Их. Органайзер — моя такая обновочка классная. Вот мои спицы. Тоже посмотрим их поближе. Все гамовские, по-моему. Для начала хочу показать свои инструменты, которые были самыми первыми у меня и которыми я сейчас практически не вяжу. Это все инструменты фирмы Гамма. От большинства из них я уже давно избавилась, потому что у меня, по-моему, были и Хобби Про, если я не ошибаюсь, и Пони. Но вот Гамма осталась со мной. Это в основном все чулочные спицы. Некоторыми я вообще не вязала. Например, вот этими самыми маленькими размерами я их купила, ну, в начале своей, так сказать, вязальной карьеры, чтобы было. Вот. А в основном я вязала круговыми спицами, они у меня остались, что удивительно, с ними ничего не случилось. Да, кончики не очень хорошие, они, то есть, местами туповатые, местами разные. А некоторые спицы, например, вот эти, которые я держу в руках, были достаточно интересные. Я думала, что я покупаю круговые. А оказалось вот так вот. То есть, здесь идет заглушечка, она при том достаточно подвижная. Надеюсь, видно. Вот, и я не поняла смысл этих спиц. Это, наверное, просто как прямые, только на леске. Мне они не понравились. По-моему, мне даже вот не осталось тут размера. Я его, наверное, отклеила от упаковки. А, ну что же я. Вот на стоперах написано, что это тройка на заглушках. Или на стоперах. Вот вопрос теперь. И осталось две пары круговых спиц. По-моему, у них у обеих длина 80 сантиметров. Одни чуть потолще. Надо их мерить по линейке. Я не знаю, честно, размер, но вижу, что не тройка, либо 3,5. Ну, скорее всего, это и есть 3,5. А эти тоже либо тройка, либо даже 2,75. Давайте сверим с тем размером. Нет, это тройка, они одинаковые абсолютно. Вот, то есть у меня две тройки, одна из них круговая. Тросик, да, что такое понятие Magic Loop, на нем ему не объяснишь, потому что тросик очень жесткий. Он принимает такую форму, которую он запомнил. То есть, как я понимаю, это тросик с памятью. И он вот он заворачивается и обратно. Да, он немножко потом в процессе вязания уже от тяжести он растягивается, но... Он не мягкий, и создать прям такую хорошую мягкую петельку на нем не получается. А так, для начала, спицы хорошие, меня всем устраивали, прослужили долго. Я достаточно много изделий связала на них, поэтому у меня нет к ним никаких претензий. А, так,
чулочно-носочные спицы. У них здесь вот есть небольшая разница. Так, я смотрю, вот 3,5, у меня даже закрыт, я его не вскрывала. Все это куплено было в Леонардо, потому что это, наверное, единственный магазин рукоделия, который есть в моем городе. Единственное, в чем разница между вот этими спицами. Вот эти спицы, они металлические. И когда начинаешь на них вязать, они достаточно быстро полируются пряжей и становятся скользкими, то есть удобными для вязания. А вот эти уже спицы, здесь тоже написано, что это металлическое покрытие, но я не знаю, что это за покрытие, но на них они так и не стали скользкими, они немножко не дают пряже проскальзывать, на них немного неудобно вязать. Я даже не могу сравнить их с деревом, во-первых, дерева у меня было достаточно мало, но мне кажется, на дереве вязать поудобнее, чем на вот таких вот. То есть они, я не смогла их отполировать за несколько изделий, и ими было неудобно вязать. Хоть я и говорила, что я не вяжу на 2,75, но у меня четверка такая же абсолютно, поэтому про нее я все знаю. Так, я немножко сейчас погремлю. Вот, это мои самые первые спицы. Ничего плохого, говорю, о них не могу сказать. Да, кончики у них у всех разные. Они различаются, какие-то поострее, какие-то потупее. Но для начинающего они прекрасные, бюджетные. Ну, все, что надо, они исполняют. Поэтому для начинающих я бы посоветовала, чтобы не покупать какие-то дорогие спицы, и вдруг вязание не понравится, они вполне того стоят. Поэтому я даже вот от них до сих пор не избавилась, мало ли что, как говорится. Так, это мы разобрали. Вот, недавно я купила набор Чиагу, у меня набор половинка. Здесь, открывайся. Здесь у меня размеры от 2,75 до пятерочки, притом тройки здесь нету, четверка у меня в работе на свитере. Вот, спицы, конечно, давайте я возьму побольше размер, чтобы было точно наглядно видно. У них просто замечательный кончик. Ну что ж ты не ловишься? Так, вроде словился фокус. То есть кончики одинаковые, они не сильно острые, то есть они прям не впиваются в палец, если кто-то проталкивает пальцем вязание. То есть спицы максимально удобные, да, единственный их минус, они дорогие. Но мне кажется, они того стоят, чтобы вязать спокойно, не нервничая. Пряжа по ним летит, она просто обалденно по ним скользит. Я очень ими довольна. Чехол тоже сам по себе... Так, простите, я, наверное, пошумела. Чехол сам по себе очень приятный, мне кажется, по ощущениям. Это хлопок. Хлопок я люблю. Здесь также в комплекте шли лесочки. Здесь вот указано у меня лесочки размера S, 35 сантиметров, 55 сантиметров и 75 сантиметров. 75 сантиметров у меня в работе. Вот так. Всякие ключики, сердечко, как мне объяснили. Спасибо большое, что объяснили, для чего оно. Это для более, как сказать там, ну вот, я потеряла мысль. Для более тщательного закручивания спицы, чтобы она уж точно наверняка не развернулась. Линейка для определения размера. Честно, ни разу ими не пользовались. Это моя первая линейка. Ну, наверное, по ней удобно будет еще и мерить образцы. Потому что здесь вот она и в сантиметрах, и в дюймах с другой стороны. Ну, и размер спиц. И кучка маркеров. Не знаю, пока не пользовалась, ничего про них сказать не могу. Набором я более чем довольна. Наверное, это мой лучший из наборов. Ну, и мне кажется, все, кто пробовал с ним работать, так и будут говорить. Дальше. Из наборов. Моя беда, мое расстройство. Это набор от KnitPro. Называется он, по-моему, Кубикс. Здесь размеры от четверки до восьмерки. Вязала я только четверкой. Вязала одно изделие. Вот он вроде сфокусировался, телефон.
Я думаю, видно, что спицы различаются по цвету, потому что вот здесь вот оранжевенькая. Это стерлось просто покрытие за одно изделие. То есть одна спица царапала другую. Притом, вот по моим ощущениям, я не чувствую, что где-то есть какие-то заусенцы на них или что-то подобное. То есть они гладкие. Но одна спица при вязании царапала другую, и вот это покрытие слезло. Притом, где слезло покрытие, они уже не скользкие. То есть на этом месте будет застревать пряжа. Она именно эта спица вся в царапках, наверное, она была у меня в левой руке, и как раз вот вижу я основной, в основном правой, и правая спица как раз и царапала. Я очень недовольна этим набором, никому его не советую, потому что, ну, я не знаю, почему облезает покрытие. Сейчас буду рассказывать про другой набор уже чулочных спиц, и тоже Knit Pro Cubix, там такая же проблема. То есть я не думаю, что это именно брак у конкретного набора. На брак я, наверное, могу списать мое происшествие с лесками. Точнее, с леской. Опять же, я пользовалась только один раз. Простите, пожалуйста. Так, давайте я поставлю на паузу и достану все, чтобы не шуметь. Продолжаем, я все достала. Мое происшествие с леской. Вот здесь вот, на стыке металлического концевика и самой лески, именно вот здесь вот, концевик у меня слетел, просто слетел во время вязания. Я его подклеивала, но он все равно шатается, толку от этого, короче, оказалось мало, и ну, на ней невозможно больше вязать. Вот такое вот происшествие. Притом леска самая длинная, честно, не помню, либо 80 на сантиметров, либо даже под 100, то есть вместе со спицами. С другой стороны, при том все нормально, у меня к ней претензий нет. А коротенькими лесками я уже и не вязала. По-моему, здесь их в комплекте. Так, самая короткая. Их 4 штуки в комплекте. Эти уже средние, они, по-моему, по 60 сантиметров. Ну, для меня это не ходовой размер спиц, поэтому я ими и не пользовалась. Ну, в общем, набор я покупала давно, когда, наверное, на них началась такая повальная охота. Они, то есть, вышли относительно недавно. Ну, наверное, набор у меня уже лет 7 валяется. Именно валяется, потому что по тем временам я потратила на него колоссальные деньги. Он стоил около 5-6 тысяч рублей. И вот единственное изделие, которое я связала, и то я не помню, довязала я его или нет, даже не помню, что я вязала этими спицами. Но разочарование у меня осталось до сих пор. Хотя в комплекте все есть, очень много заглушек, разных ключиков. Их вот у меня аж 4 комплекта. Ну, ничего не могу сказать плохого. И чехол вроде неплохой, ну, относительно бюджетно он выглядит. Но вот происшествие с лесками и с самими спицами меня очень расстраивает. Не знаю пока, куда его девать. Он у меня лежит. Наверное, все-таки надо его отправить в утиль. Может быть, кому-то отдать, если кто-то хочет попробовать себя в кубиксах. Ну, и еще для меня существенным минусом, наверное, является то, что размеры начинаются с четверки. А для меня нет главного размера, это тройка. Это конкретно для меня главный размер, но это уже мои капризы, скорее всего. Вот такой вот отзыв на этот набор. Ну и чтобы далеко не отходить от Knit Pro и точно так же кубиксов, есть вот такой набор у меня чулочных спиц. Во-первых, самый большой минус, в чем я пролетела при покупке, это длина 15 сантиметров. Мне ими вязать оказалось неудобно. Мне нужны чулочные спицы именно 20 сантиметров, чтобы спица у меня не втыкалась в ладонь и мне не резала руку. Кстати, не сказала про тот набор про кончики. Скажу про этот и про тот сразу. Кончики, да, они немножко разные, но не так значительно, как в гамме, и они меня полностью устраивали. Здесь размеры от двоечки, и здесь есть такая же проблема. Я уже не знаю, если честно, камера словит или не словит. Наверное, все-таки словит. Вот здесь вот
с правой стороны, с правой моей руки, тоже облезла краска. Притом этот косяк уже был не во время вязания он появился, а мне набор такой пришел. Я его заметила много позже, возвращать уже было тоже бессмысленно. В итоге этим набором я попользовалась один раз, по-моему, либо четверкой, либо 3,5 здесь. Да, 3,5 здесь размер. Вот. Во время вязания тоже шили небольшие царапанья, но вязала я маленькое изделие. Это была либо шапочка, либо варежки. Ну, долго я на них вязать не смогла, поэтому вернулась к другим спицам. Именно в тот момент я вернулась именно к гамме. На гамме мне оказалось вязать гораздо удобнее. Поэтому к Knit Pro, по-моему, он назывался Nova Metal Cubics. Вот, по-моему, так он назывался. Либо просто Knit Pro Cubics. Они там единственные в их линейке. Именно такие. Но, в общем, это мое большое разочарование. Набор тоже лежит. Здесь вот относительно бюджетный кейс. Набор, кстати, стоил тоже... Ну, хотя, наверное, все-таки он стоил недорого. Он стоил 1500 или 1700. Ну, по тем временам, возможно, было дороговато для... В любом случае, дороговато для такого качества. Если бы он был прекрасен, то это, наверное, было бы дешево, именно в плане качества. А так, здесь вот такой бюджетный кейс. В нем 5 отделений с одной стороны, точнее, на одной высоте, и 5 отделений еще чуть ниже. То есть, сюда можно положить 10 пар спиц. Это удобно. А, вру, не 5, 6. 6 отделений, 5 спиц, 5 пар спиц у меня есть. Пар. Почему пар? Если спицы по 5 штук. В общем, по 6 наборов чулочных спиц в одну высоту можно положить и 6 в другую. Итого 12 наборов спиц чулочных сюда может поместиться. То есть кейсу у меня нареканий нет. Мне кажется, вполне удобно. Кейс бюджетный, его можно взять с собой в дорогу. Он сворачивается, как тебе удобно. Вот. Вполне дорожный экземпляр, прекрасный. Ну и последний мой набор, это тоже Knit Pro, но это Knit Pro Zingy. И вот к этому набору у меня нареканий вообще нет. Я им более чем довольна. Стоил он в районе 3500, по-моему. Это тоже набор с чулочными спицами. Максимальный размер здесь 5, 6 размеров спиц. И минимально начинается от 2,5, то есть 2,5, и дальше добавляется по 0,5, то есть 3, 3,5. Он у меня очень ходовой он у меня до сих пор, я активно им пользуюсь. Кто-то жаловался, что стирается номерок, то есть маркировка самого размера. У меня пока таких проблем нет, может быть, я просто не столь много вижу, я не знаю. Вот, мне он нравится и визуально, здесь такие два прозрачных окошечка, то есть сразу видно, какие размеры присутствуют. Резиночки со временем тоже здесь не растянулись, они прекрасно держат спицы. Во-первых, еще в чем несомненный плюс по сравнению с теми другими наборами от Knit Pro. Зинги, они не царапают друг друга. И именно в чулочных спицах я ни разу не встречала никаких заусенцев. То есть спица идеально отполирована, она прекрасна. Она уже изначально идет скользкая для пряжи. Ну, не так, чтобы скользкая, а именно пряжа хорошо по ним скользит, именно как нужно для вязания. То есть я максимально ими довольна. Вязала всеми размерами, вязала множество различных изделий. С ними ничего не произошло. Они достаточно сейчас находятся в бюджетном сегменте. Я бы всем, кто вяжет на чулочных спицах, советовала бы этот набор приобрести. Да и визуально он очень приятный по цвету. Они все разные, и как бы все равно запоминаешь, какой размер какому цвету соответствует. Ну и просто они эстетически для меня красивые. Я люблю яркие, красивые цвета, поэтому...
на спицах-то на таких веселее вязать. И нет такого понятия, как светлая пряжа на светлых спицах плохо вяжется, и черная пряжа на черных спицах плохо вяжется. Здесь все спицы цветные, и поэтому, мне кажется, еще несомненный плюс этого набора именно зингов в том, что глаза меньше напрягаются. Вот. Дальше мы уже пойдем смотреть вот в эту большую коробочку. У меня здесь просто кучка спиц. Это все Knit Pro Зинги. Я подумала после набора с кубиксами, что... А, еще минус в кубиксах — это то, что там постоянно откручивалась леска именно на одной спице. Как ни закрути. Я не знаю, может, у меня не хватало сил все это закрутить, но она постоянно откручивалась, меня это раздражало. И поэтому я подумала, что мне взять именно из зингов, набор или не набор, и я взяла просто в розницу кучу спиц. Вот так вот. Так, не закрывайся. Я эти отодвину и буду доставать. У меня здесь очень много размеров. Начинаются они все от двойки. Дальше идет 2,25, 2,50, 2,75. И доходят они у меня до новых спиц. Я их приобрела недавно. У меня не было этого размера, но мне они срочно понадобились для одного интересного изделия. Я приобрела семерку. Единственный минус вот в новых спицах, коробочка, естественно, помятая, как очень некрасиво она выглядит. Спасибо Wildberries, ну, заказывала я там. А, это, наверное, единственные спицы, которые у меня длиной 100 сантиметров, остальные все спицы у меня по 80. И вот если говорить именно о новых спицах, у них на спице идет уже по-другому нанесена маркировка. Так, видно или не видно? Вроде видно. То есть вот также 7 миллиметров, так, номер, который используется в Америке, как я понимаю. И вот трогая вот эту надпись рукой и трогая надпись на каких-либо старых спицах, которые были приобретены мной, ну, достаточно давно, лет, наверное, тоже 5 назад, сейчас я их достану, тоже покажу. Мне кажется, на новых спицах вот эта надпись как раз-таки и сотрется. То есть вот я ее немножко расчесываю рукой, и она, ну, то есть цепляет эту букву, циферку, и мне кажется, она потрется. Вот, еще в новых спицах, это, наверное, из всех спиц, которые я использовала я практически все, кроме самых маленьких, вот размеров 2, 2,25 и до 2,75, я не знаю, зачем я их купила. Вот, использовала все размеры. И вот единственный минус на семерке, именно опять же на новых спиц, здесь на одной спице идеальный стык с леской, а на другой спице именно присутствуют заусеницы на самой спице, на металле. Я думаю, попробую я это пилочкой пообработать, чтобы был мягкий, так скажем, сход на леску. Ну, надеюсь, у меня получится, но буду верить, скажем так, в хорошее. Надеюсь, я их не испорчу. Из минусов этих спиц для тех, кто любит Magic Loop, они не подойдут, потому что леска жесткая, она очень запоминает свою форму, я думаю, вот видно, что здесь такая петелечка у меня присутствует. То есть распрямляются они так же абсолютно, как и гамма, только на полотне. Во время того, как вы уже отвязали приличную часть полотна, чтобы под весом это все распрямилось и не закручивалось. Именно, ну, достаточно увесистое полотно требуется для того, чтобы спицы распрямились. Дальше. Давайте я достану одни. Спицы из упаковки. 4,5. Так, вроде видно номер. Сфокусировался? Да, сфокусировался. Просто здесь вот написано, либо оно как-то даже пропечатано совершенно по-другому. Я его трогаю, и номер не стирается. Поэтому здесь вот такой шарик из лески присутствует. Мне кажется, что раньше они были более покачественнее, что ли. Ну, пока ничего не могу сказать, и
теми, что я купила ранее, я довольна. Они меня вполне устраивают, их много, вижу, я тоже много, я купила практически, ну, все размеры вот до шестерки, сейчас вот докупила семерку. Единственный минус, да, леска у них страдает, но я не вяжу Magic Loop'ом в основном. Ну, как в основном, я вообще ее не вяжу, я только думаю об этом, что, может быть, я куплю чагу неразъемные и буду вязать на них какие-нибудь носки попарно, но не знаю я, может, и не попарно, но, в общем, пока думаю, пока мне 1000 с лишним рублей жалко, меня вполне устраивают вот эти спицы и чулочные для носков. Также у меня есть единственные, наверное, в моем арсенале спицы Adi. Этих тоже достанем. Кстати, вот из упаковок именно одиночных спиц у Adi, мне кажется, она самая удобная. Упаковка здесь зип-замком. И с ней ничего не происходит, она не рвется, потому что здесь вот на некоторых спицах, на книт-прошлых, порвана упаковка, и вот в итоге спица торчит. Хотя вот именно упаковка в пакетик нравится мне больше, и она более компактная, чем вот современная бумажная упаковка. Потому что бумажная мнется, портится ее вид, и хранить, я не знаю, как в них хранить. Хранить неудобно, потому что еще вот здесь вот эти дырочки, в них надо определенно попасть. Но, опять же, это мои капризы, поэтому пока мне нравится больше всего Adi. Adi у меня золотые с красной резкой, это спицы, которые с удлиненным кончиком. Кончик здесь очень острый. Они намного острее, чем чагу. И вот когда я ими вязала, леска, кстати, намного мягче, чем у зингов. Сразу скажу, но она тоже не для Magic Loop. Она тоже держит свою форму. Вот она закручивается. То есть мне разницы я особо с зингами не заметила. Кроме того, что она чуть-чуть помягче. Ну, незначительно. Вот, если сравнивать их с чагу, то кончики у них очень острые, и когда вы вяжете изделие и проталкиваете, ну, точнее, снимаете петельку с помощью пальца, она начинает палец накалывать, то есть накалывает прям до крови, и много я ими провязать не смогла. Еще минус, они либо в каком-то покрытии были, либо сейчас это покрытие слезает, я не знаю. Но, во-первых, от них есть запах во время вязания, то есть все равно руки потеют. Не скажу, что у меня прям потные руки, но да, они иногда потеют, особенно от какой-то теплой пряжи во время жаркого сезона. Но не то, что запах, они просто не скользят. И руки потом пахнут металлом. Вот, это их недостаток. И я их покупала одновременно с зингами. Цена у них была вообще не бюджетная по сравнению с зингами, поэтому они оказались лично для меня намного хуже. Поэтому смотрите сами, решайте сами, иметь вам эти спицы или не иметь. Но у меня на них вот отрицательный отзыв, поэтому у меня они одни и больше покупать не планируем. Так, еще купила недавно еще один комплект для носков 2.25, попробовала на них. Опять же, он идет в коробке, коробка опять вон помятая, не очень красивая она стала после доставки Wildberries. Опять же, я заказывала там. Здесь вот надпись, мне кажется, уже как-то сделана более качественно. К спицам претензий нет, есть претензии к моим рукам. На них я не смогла вязать именно на обычную классическую носочную пряжу. Мне нужна двойка. А двойка у меня уже была, она сейчас в работе на ней, поэтому у меня вот только упаковка. Здесь вот такие резиночками прошита сама упаковка, то есть каждый стежок резиночки под отдельную одну свою спицу. С изнанки этого не видно, здесь двойной картон. И по мне все равно вот эта упаковка гораздо удобней и компактней. Я не знаю насчет визуального восприятия, кому как нравится. Кому-то нравится вот картонное белое, где, может, людям много места есть где хранить. У меня спиц много, а места мало, ну, как всегда. Поэтому бумажная упаковка, наоборот,
упаковка в пакетике мне нравится больше, чем бумажная, потому что вот даже если сравнивать их толщину, ну, я думаю, визуально это все видно. Так, здесь у меня в коробочке тоже горозингов, все по размерам. В основном старалась покупать с ходом размеров 0,25, поэтому у меня практически все размеры есть. Что-то я докупала, что-то купила сначала 60 сантиметров, потом докупала 80 сантиметров для удобства, потому что не было изначально в наличии, поэтому у меня даже несколько спиц есть одного размера. Вот. Ну, зингами я довольна, я их советую. Сейчас они находятся в максимально бюджетном сегменте. Кому просто для вязания классическим способом, не Magic Loop'ом, не... А что еще вяжут на мягких лесках, кроме Magic Loop'а? Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие способы вязания вы используете именно на мягких лесках, кроме Magic Loop'а, для чего они удобны, в чем их преимущество перед обычными спицами. Буду очень рада почитать ваш опыт. Возможно, что-то я перейму себе и буду тоже использовать. Спасибо. Буду очень благодарна. Я думаю, с зингами мы закончим. Свой отзыв я на них оставила. Я их очень советую. Поэтому уберем их из кадра. И дальше мои спицы заканчиваются тоже Knit Pro. Я купила Symphony. Я давно хотела их попробовать. Давайте я их сразу достану. Опять же, здесь минус это бумажная упаковка. Запихивать их обратно, ну, очень неудобно. Леска тоже здесь с эффектом памяти. Она такая малиновая, очень красивая, тоже жесткая. По мне, от черной она, ну, совершенно не отличается. Возможно, даже... Ну, нет, черная тоже не помягче. По мне, они совершенно одинаковые спицы. Зато посмотрите, как выглядят они визуально. То есть это спицы из ламинированной березы. У меня здесь размер 4. И я на них еще, честно, не вязала. Отзыв на них именно в плане использования оставить не могу. Только в плане тактильных ощущений. Мне кажется, что они скользкие. Никаких заусенец, особенно деревянных, тут нету. Металл тоже прекрасный, именно вот этот стаканчик. Переход со стаканчика на леску тоже максимально гладкий. Мне кажется, что можно использовать их для любой пряжи, не только для пушистой махеровой, как советуют. А подойдет, мне кажется, абсолютно любая пряжа. Ну и еще они визуально красивые. Хочется купить такой набор. Я не знаю, зачем он мне нужен. Скорее всего, уже для коллекционирования, потому что, ну, у меня есть, наверное, практически все спицы, которые нужны для использования. В общем, мне они понравились. И посмотрев на других блогеров, позавидовав, и решила купить новые спицы. Увидела у них лантермуны и решила их купить. Леска тоже здесь с таким эффектом памяти, то есть она закручивается, леска жесткая, опять же, ничем она не отличается от зингов, но это спицы... Так, из чего эти спицы? По-моему, они деревянные, но я не помню, как называется дерево. Так, я не помню. Ладно, остановимся на том, что они деревянные. По-моему, эбонитовое дерево или эбоновое. А, я не помню. Подпишу. В общем, купила я троечку. Размер у меня тут тоже 100 сантиметров, как и у Symphony. Их несомненный плюс в том, что сама спица, она крутится. То есть вот этот стаканчик, он имеет, во-первых, небольшой вот такой ход по леске и крутится. Они тоже гладкие, очень приятные. Переход между стаканчиком и леской и спицей вообще вот не чувствуется тактильно. И между стаканчиком и леской переход немножко чувствуется. То есть, если туго вязать, возможно, пряжа будет цепляться. Если вы вяжете не туго, то, я думаю, пряжа не зацепится. В общем, здесь стаканчик крутится, и мне это нравится. Мне кажется, это очень удобно будет, особенно для такой лески...
что не придется перекручивать само изделие на спицы, когда леска будет закручиваться. Мне кажется, для такой лески это идеальное решение. То есть спицы тоже понравились, очень необычные, интересные, и мне кажется, они тоже подойдут для любой пряжи. Кстати, по кончикам. У меня, конечно, здесь разный размер. У меня здесь Symphony березовый – это четверочка, Lantern Moon – это тройка. Но по кончикам, надеюсь, сейчас эта камера возьмет. А, стой. По кончикам мне кажется, и даже вот по тактильным ощущениям, что даже четверка на Symphony гораздо более острая, нежели эбонитовые. Ну да, вот здесь написано эбони. То есть все, они подписывать я не буду. Потому что я уже вспомнила, чем деревянные от Lantern Moon'ов. Они более тупые. То есть, поэтому все-таки, наверное, склоняюсь к мохеровой какой-нибудь пушистой пряже именно в плане кончиков. Потому что Symphony остренькие достаточно. По спицам. По спицам я скажу, что мы закончили. На этом закончился весь мой арсенал по спицам. Больше у меня нету. Если будут какие-то новые, я, наверное, буду подснимать уже в отдельных влогах на них обзоры. Но у меня остался мой главный инструмент, которым я вяжу чаще всего. Это крючок. И у меня их много. Они хранятся у меня в таком вот органайзере. Я его уже показывала в начале видео. И это у меня органайзер, купленный в фикс-прайсе. Так, сейчас я погреблю и все их достану сразу. И уберу его, чтобы он нам не мешался. По крючкам у меня здесь есть гамма и что-то деревянное, но, судя по всему, это тоже гамма, судя по знаку, тоже купленное. Все это куплено, кроме вот этого крючка, этот куплен на Wildberries в последнее время. А эти все купленные у меня в Леонардо. Вот этого самого ходового 2-3, где размер двусторонний, он здесь идет до размера 2-3, у меня куплено 2 штуки, я не знаю пока, где мой второй, наверное, где-то валяется. Я его использую в основном для путешествий, то есть мне не будет жалко, если мне придется его выкинуть. Крючок нормальный, обычный, ничем не отличается, достаточно удобный. Единственное, если прям долго вязать, а я люблю долго вязать по возможности, то у меня начинает болеть запястье от этого крючка. То есть, вот, наверное, это его единственный минус. Так он гладкий, покрытие не стирается, бюджетный, ну, для начинающего одни плюсы. Я считаю, что надо брать. Четверочка, а 4,5 у меня тоже такой же абсолютно. Гладкий, единственное, он односторонний. И бамбуковый крючок, он уже погнутый у меня. Я не знаю, почему он погнулся, учитывая, что я им толком не вязала. Я брала его в путешествие в надежде, что у меня ничего не его не отнимут, его и не отняли, ну, в самолет. Потому что вот этот крючок я боялась вести в самолет, хотя, я думаю, можно было его взять. И взяла вот этот. Вязать я им не смогла, он неудобный, потому что вяжу я плотно. В общем, мне не понравился бамбуковый крючок, вот он у меня и лежит с тех пор. Да и тройка не особо ходовой для меня размер. Так, шестерка тоже гаммовская. У меня вот эти оба крючка шестерки. Они не различаются абсолютно. Вот этим не вязала, но мне показалось, что он будет более удобен. Я думала тоже взять его в дорогу, вязать корзиночку, но пока не знаю, что мне брать в дорогу. Надеюсь, в этом году мы куда-нибудь полетим, поэтому пока я думаю, если что, потом уже докуплю. Поэтому я ничего не могу сказать про эту ручку, насколько она мне удобная. Не пробовала я им еще вязать. Дальше. У меня тут целый арсенал из крючков Clover.
Их я покупала тоже поштучно. Набор покупала давно, еще даже, наверное, раньше я их покупала, чем все свои спицы и наборы по спицам. Набор покупала, я говорю, в розницу их. Набор я не потянула физически и материально купить, и поэтому покупала вот поштучно, постепенно докупая еще по штучке. Я не знаю, зачем я взяла некоторые размеры, например, пятерку. Я, ну, честно, он для меня большой, не ходовой. Если вязать им какую-то корзиночку, то я, наверное, побоюсь брать кловер в работу, потому что вяжу плотно из какой-нибудь пряжи типа макраме коттон. Я боюсь его сломать. Учитывая текущую их стоимость и достаточную сложность их купить, ну, я не рискну. А да, толстой пряжи я вяжу, ну, наверное, никогда. Я особо ей не вяжу. То есть максимальный крючок по толщине для меня, именно для одежды, для салфеток каких-то, хотя салфетки я тоже маленьким крючком вяжу. Вот максимальный крючок — это размер 3. Это прям вот очень максимальный. Поэтому я не знаю, говорю, зачем я его взяла. Вот так же четверка у меня туда, 3,5. Все вот эти крючки, я ими не пользуюсь. 2,5 пользуюсь очень редко. Особо он у меня тоже не в ходу. Притом, смотрите, большие размеры, начиная от 2, они все идут с вот таким вот золотистым покрытием. Медным даже, я бы сказала. Оно гладкое, прекрасное. Крючки, кстати, шикарные. Наверное, поэтому у меня есть только они. И в арсенале больше никаких других марок я и не покупала. Ни Ади, ни Книтпро, ничего не брала. А маленькие размеры, начиная от 0,5, у меня есть. Единичка, 1,75, 1,25 и 1,5. Они, во-первых, идут с вот такими вот колпачками. Колпачки я снимаю, и они идут такие блестящие, серебряные. Покрытие у них, кстати, мне кажется, еще более скользкое. Вот у меня тут ходовой крючок 1,5 миллиметра. И здесь вот немножко, совершенно чуть-чуть, начинается оно стираться, но даже не то, что стираться, наверное, затираться, потому что оно такое же гладкое, единственное, потеряло немножко свой блеск. Но я думаю, этого не особо видно на камеру. Про эти крючки я могу сказать, что это, наверное, просто лучшие, чем я когда-либо вязала. Большой плюс, так как я страдаю с проблемами со своими запястьями. Ну, давно, слава богу, ими не страдала, но вот весь подростковый возраст, юность, у меня они очень болели от вязания. И начав вязать этими крючками, я забыла об этой проблеме. При том, что вяжу я плотно, то есть рука прям хорошо так напрягается. И я более ими чем довольна. Это шикарные крючки. Я всем их советую. Если есть возможность, купите их себе. И если вы часто вяжете крючком, это, наверное, лучшее, что есть в мире крючков. Ну, конкретно для меня. А вообще, я считаю, что нужно пробовать. Есть, например, у Ади крючок с эргономичной ручкой. Что-то по типу такой, только она там изогнутая. Возможно, кому-то будет удобно более толстый крючок, более толстую ручку держать в руке. Опять же, надо пробовать. Но я сразу перешла с гаммы на кловеры. И более чем довольна, мне ничего и больше и не надо. Поэтому кловеры — это просто моя большая любовь. Если со спицами моя любовь случилась вот только недавно, это с Чагу, то с кловерами она просто случилась сразу. Возможно, поэтому чаще всего я вязала именно крючком. Вот, на этом мой арсенал именно инструментов закончился. У меня больше ничего нету. Ну, теперь я предлагаю приступить к просмотру, небольшому обзору каких-либо вспомогательных приспособлений, вещей. И хочу начать с зонтика. Есть у меня вот такой зонтик. Это для перемотки пасм. Он нужен. Я думаю, что сейчас камера его не возьмет полностью. Попробую его хотя бы немножко открыть. Он самый бюджетный. То есть вот он расползается. И так вот до максимума. Попробуем перевернуть. А,
не влезает он в камеру у меня. Притом я стараюсь максимально далеко снимать. То есть он раскрывается, на него вот сюда наматывается пасма. То есть пасма разворачивается, кладется сюда и перематывается уже с помощью моталки. Очень удобная вещь. Он, наверное, сейчас, на данный момент, это самая бюджетная вещь. Тогда, когда я его покупала, это единственная была вещь на рынке. Сейчас он максимально бюджетен. Всем советую, кто любит вязать из пасм, им очень удобно пользоваться, то есть не надо накручивать пасму на спинку стула и на тому подобное. Когда прикрутишь этот зонтик куда-нибудь, и он сам по себе еще и крутится, то есть нитка сама очень легко разматывается. Шикарная вещь, удобная, служит мне давно, я очень люблю вязать из дундуги, и поэтому это мой must-have, так сказать. Всем тоже его советую, кто любит вязать из пасм. Хорошая вещь, добротная оказалась. И самая дешевая моталка. Не разваливаемся. То есть тоже по тем временам, когда я ее покупала, это было примерно всем моим инструментам около 5 лет. Там плюс-минус 2, наверное, года. Потому что сейчас я ничего такого, никаких именно приспособлений для удобства. А, вру, нет, покупала для удобства. Для удобства вязания покупала приспособление. Ну, вот именно моталку я брала тоже давно. Я заказывала ее с AliExpress. Или муж мне ее заказывал с AliExpress. Это был как подарок. Кто-то ее очень ругает, то, что вот здесь вот не держится вот этот нитенаправитель, кто-то вставляет сюда в отверстие зубочистку, чтобы он держался. Я к ней привыкла, я ее просто прикрепила к столу, здесь вот придерживаю вот так вот пальцем, и она у меня никуда не убегает. То есть я ее во время перемотки одной рукой пальцем придерживаю сам нитенаправитель, другой рукой вот перематываю. Все, никаких проблем с ней нет, она бюджетная, сейчас она тоже самая дешевая. Мне много лет она отслужила, я ей более чем довольна и надеюсь, что еще отслужит, потому что с ней ничего не произошло, пластик не потрескался, ничто не отвалилось. То есть максимально простая конструкция, максимально простое использование, все. Возможно, кому-то удобнее будет использовать электрическую, но и у меня не такая большая скорость вязания, чтобы постоянно что-то перематывать, и я не вижу смысла тратить на нее несколько тысяч рублей, а то и десятков. Поэтому вот это, по-моему, сейчас стоит 1000 либо 1500. Супер вещь, простая, небольшая, компактная. Что еще надо? Всем советую ее. Дальше из недавних уже приспособлений. Здесь она торчит уже у меня в уголке, рассказывая о себе. Вот такая вот доска. Эта доска у меня для блокировки квадратных мотивов. Здесь в комплекте, по-моему, 20 штифтов идет. Они прекрасно помещаются в дырочки, спокойно ставятся. Рукой я вроде их потрогала, и, как мне кажется, они не пачкают. Посмотрим. Я думаю, еще попробовать в воде подержать их около какой-то белой ниточки ненужной мне. Посмотреть, чтобы они не пачкали и не оставляли след. Давайте их достанем. То есть это мое недавнее приобретение. Я им пока еще не пользовалась. Доска склеенная, такая вот толстенькая. Заказывала на Wildberries что-то около 1600 рублей. Здесь много дырочек. Приятная, пахнет деревом. Аккуратно обработана. Никаких тоже заусенец нет, довольна. Первый раз заказывала, а она пришла мне без штифтов. Ну, я была не очень довольна этому, пришлось ее отправить обратно. И вот на второй раз я ее заказала, пришли штифты в таком пакетике. И положили еще и подарочки. То есть иголочку для заправления ниток, то есть для поднятия... Точнее, для переноса на бросовую нить. То есть, ну, ходовая вещь удобная. И маркирочки я их уже перенесла вот в эту коробочку. То есть, тоже в подарок, как это из пятерочки или из магнита. Вот обычные такие вот маркирочки. Я заполнила ими вот эту коробочку симпатичную. То есть, доской я пока тоже довольна. Она вполне меня устраивает визуально.
и надеюсь, что будет радовать меня долгое время. Еще из приспособлений я все еще горю желанием связать носки. Нормальные, классические, тоненькие, из классической пряжи, не толстые, как я вязала и залезала на голод. Вот, поэтому я купила себе блокаторы, но блокаторы покупала на Wildberries, они недорогие, что-то в районе до 500 рублей. Они долго выбирала, какие же взять, пластиковые, деревянные. Но деревянные я отмела сразу, потому что мокрый носок надевать на дерево, такое себе. Хотя только сейчас рассказывала про деревянную доску. Посмотрим, как она, правда, будет служить. Вот, и взяла обычные, проволочные они получаются. Здесь указан размер. И единственный их минус, это вот если я сейчас проведу рукой по вот этим всяким креплениям, приваркам, то у меня будет рука черноватенькая. Я не буду этого делать, чтобы сейчас не испачкаться. То есть вот здесь вот на изгибах тоже была такая проблема. И я боюсь, что какие-то светлые носки, да даже оранжевые, яркие, то есть какие-то носки, любые, кроме черных, эти блокаторы будут пачкать. Поэтому я планирую покрасить их из баллончика золотой краской, залепив малярным скотчем размеры. И у меня будут единственные золотые блокаторы. Надеюсь, краска вроде подходит, она должна позволять скользить. Поэтому надеюсь, что у меня все получится. Вот. А так, вещь неплохая, удобная за счет вот этой вешалочки, то есть мне их удобно хранить. Я их вешаю на органайзер с нитками, со швейными, и они симпатично висят у меня. Дальше. Это еще не все. У меня еще осталось совсем чуть-чуть. Это, наверное, уже мои маркеры и всякие мелкие приспособления. Перед Новым годом с Wildberries решила себя порадовать красивым набором маркеров. То есть здесь идет натуральный камень, какой я уже не помню. Это прям натуральные камни, моя большая любовь. Такой симпатичный на лесочке. Давайте я сниму, покажу. Здесь, по-моему, 10 или 9 маркеров. То есть на вот такой вот лесочке. Так, из окна уже начинает отсвечивать. Лесочка очень удобно. Заказывала я их именно для спиц, потому что классические маркеры, которые у меня тоже есть в большом количестве, это вот эти замочки. Сейчас мы их и тоже покажем. То есть вот эти. Полетели. Вот эти классические маркеры у меня очень сильно растягивают петли. Я их могу использовать только на крючке, потому что крючок у меня почему-то не растягивает. Либо на какой-то толстой пряже, на тонкой пряже я их боюсь использовать, потому что вот эта вот дужка у замочка достаточно толстенькая для меня. Вот. Поэтому купила красивенькие вот такие маркеры. Они меня радуют. Я их уже использовала в вязании. Мне понравилось. Классные. Теперь хочу еще. Зачем, я не знаю, потому что мне, наверное, хватило бы этого набора. Но почему-то хочется. Да, здесь вот получается 9 маркеров и такой вот замочек. Не отсвечивай. Так, сейчас я думаю, что я закрою окно и вернусь. А то прям очень сильный отсвет от окна идет у меня на рабочий стол. Он стоит у меня как раз рядом с окном. И я думаю, очень плохо видно из-за этого становится. Еще YouTube помогает активно портить качество, к сожалению. Потому что, когда снимаешь видео, кажется, просматриваешь видео на телефоне, оно прекрасное. А в YouTube он и там делает какую-то обработку и засвечивает немножко. Такой наборчик у меня с маркерочками, с замочками. Удобно на них переснять петельки. Какие-то несколько штук удобно для использовать для крючка. Покупала тоже на Wildberries, очень дешево, давно уже вот они у меня лежат. Так, все мои запасы хранятся вот здесь на первом, скажем так, на самом высоком ярусе у меня хранятся крючки, а на нижнем вот всякие маркерочки. Еще в начале своей творческой карьеры я купила вот такие маркеры.
опять же, в Леонардо, и это, опять же, мой большой пролет. Они очень толстые, вот они максимально сильно растягивают петельки, и я ими толком и не пользуюсь. То есть я даже не знаю, для чего они у меня сейчас лежат, на них не переснять, ничего не сделать с ними. Не знаю, пока просто лежат, наверное, для красоты. Какие-то маркирочки мне дарили при покупке пряжи, и... Вот видите, у них очень толстая дужка. И когда я купила на Wildberries вот этот набор из своей коробочки, давайте их положим рядом, то есть, я думаю, здесь вот уже видно, что розовенькие и желтенькие маркирочки гораздо толще, чем, чем синенькие. И они примерно вот, если у синенького здесь вот хорошее острие, то здесь тупое острие, и переснимать опять же тяжело. То есть, замочки тоже бывают разные по качеству, по толщине. Притом, вот эти замочки, которые толстенькие, у меня ломаются гораздо быстрее, потому что мои замочки, которые я покупала сама, они вот ни один у меня еще не разломался во время использования. Ну, и также при покупке пряжи мне дарили гору различных иголочек по толщине. Теперь у меня есть еще и розовенькая. А также покупала я уже в Леонардо сначала такие металлические иголочки. Я их, наверное, сейчас не покажу, они у меня далеко. Там был целый набор, я сначала переснимала на них. Они тоже толстенькие, у них широкое ушко. Единственное, у них очень острый кончик. А у этих тупой кончик, но они пластмассовые, то есть руку в любом случае не проткнешь. Ими я тоже довольна, пользуюсь. Не всеми, правда, в основном у меня почему-то тоненькие идут в ход иголочки. Толстенькие, вот этими, наверное, редко пользовалась. Еще хотела рассказать про спицы для переснятия петель для вязания кос. То есть у меня они здесь в двух толщинах. Покупала я их тоже в Леонардо от Гаммы. Вот они максимально удобные. Мне больше, наверное, ничего и не надо. Никакие там суперовские дорогие спицы. Дешевые, удобные. Использую, но не всегда. В общем, я ими довольна. Если кому-то они нужны для вязания кос различных аранов, то да, я советую. Шикарные. Ну, вот мы и посмотрели все мои инструменты. Всем большое спасибо за внимание, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки. Я очень рада и очень это ценю, очень ценю ваше внимание. Всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч.